Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и я сегодня нашел для вас 2 плюс 1 у моря в районе Обагёль или Нижний Оба. Квартира находится как бы от моря где-то 70 метров от воды. Если к дороге здесь 20-30 метров расстояния, но от дороги к морю где-то 50 метров, 40-50 метров. Постараюсь пройтись к пляжу, но льет ливень, дождик. Ну, пока дождик, был ливень, не знаю, как там. Итак, 2 плюс 1, второй этаж. Есть открытый бассейн, парковка, кажется, открытую я отсюда вижу. Не знаю, относится к этому проекту или нет. Проекту где-то 20 лет. 19-20 между ним, так как есть бассейн. Для инвестиций хороший вариант, также для жизни получить ВНЖ вы тоже можете по этой квартире, так как открытый район. Так что смотрим. Здесь также вид на стенку, как видите, да? Отсюда вид, западная сторона. Маленькая квартирка, 2 плюс 1, все, что нужно, есть. Один санузел. Так, тут балкон. Почти закрыт у нас панжур. Вид на здание тут. Так что не буду открывать, так как дождик льет. Здесь у нас гостевая комната. Была спальня, но хозяин сделал гостевой, так как двое человек проживают, им не нужно. А вы можете потом переделать эту комнату. Здесь жилая площадь 10-11 квадратных метров в этой спальне. Кондиционер фирмы «Электро». Кого интересует какая-нибудь другая недвижимость в Алании, обращайтесь. Поможем с выбором. Хотпоинт Арестон, холодильник. Детали все покажу. Алтус у нас посудомойка, столешница гранит искусственный, Bosch, плита, вытяжка и духовка фирма Bosch, Арчелик телевизор, кондиционер Арчелик. Итак, цена этой квартиры 163 500 евро. Только не звонок. Так, санузел. Все ухожено. Заезжай и живи. Квартирка под ключ. Ремонт никакой не нужен. Все чисто, я здесь проверил. Силиконы даже намазаны новые. Это у нас прихожая. Тут спальня. А здесь у нас 12-13 квадратных метров. Там уклон. Ну, все, что нужно, поместили сюда. И шкаф есть. Глубокий. Да. Телевизор также поставлен. Или как все. Культурно, ухоженно. Отключим свет. У дверей есть своя территория, как бы маленькая. И потом спускаемся вниз. Тут у нас лифт. Лифтом можно и не пользоваться. И выход. Электричество, по-моему. Я хочу показать вам пляж. Сейчас постараюсь. Есть камера видеонаблюдения. Ага, здесь открытая парковка. Банкоматы. Есть подземный проход. Ох, это уже интересно.
Вот подземный проход. Где-то здесь бассейн должен быть. А, вот в той стороне. Бассейн есть. Идемте вниз по подземному проходу. Пандус. Вот. Как вам? Есть подземный проход. Руки заняты, короче. Вот здесь затопило немножко. Вот. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Я для вас стараюсь. И в дождь, и в шторм, и в грозу. И в ледниковый период попадем так. Так. Пойду орешек себе найду. А, как бушует у нас Посейдон. Крепость Алании. Песчаный пляж. Видно? Видно. Дорогие зрители, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока. Айдат 200 лир.